деревня Болотчиц. А вот остановочный пункт есть. Церковь в ту сторону. По этой улице дом. Прибыли. Улица называется так. Ну, Серега спрашивает, что за старое село, что за знак. Идем делать видеообзорчик. На участке, как видим, дуб расположен. Дуб вообще, кто знает про дуб, дерево, какую оно силу придает. Кому? Что? Дому? А, дубу. Персик или это абрикос растет. Один абрикос растет, там второй. Вижу. Яблони. Автолавка. Что, купим что-нибудь? Не ругайся матом. Не ругайся матом. Пошли посмотрим, да. Вот такая автолавка поехала сейчас по деревеньке. Потом назад посмотрим, что, да? Надо делать видеообзор дома. Дуб. Что на участке имеем? Колодец. Это абрикос. Я так понимаю, яблонька. Еще одна большая такая. Еще один абрикос. Заодно участок обкосим. Сад, ну сад уже довольно старый такой, то есть в основном, наверное, на спилить, где выпилить, где новый посадить, спроектировать участок. Сарай есть блочный. Дом получается кирпичный, деревянный сам по себе, обложен кирпичом. Это можно посмотреть. Сейчас я сделаю функцию такую, чтобы можно было посмотреть через кирпич дерева. Ну вот, получается вот это дерево. Дерево, балки между кирпичом. Этим вот такая про этот промежуток. Ну вот такое вот дерево. Дерево довольно крепкое еще видим. Веранда здесь пристроена. Ну, веранда никудышная, конечно, не нужно отстраивать, убирать. Блочный сарай вот этот. Ну, еще стопка какая-то есть, я смотрю, туда пошла.
Ну и участок такой вот до того забора. Тут еще пристройка пристроена. Вот сейчас сарайчик такой накрытый. Сейчас мы еще участок обкосим. Веселее будет. А, в доме же вам еще надо показать. Идем обзор. Точно. Так что сейчас будет рекламная пауза. YouTube канал Желтая пресса Деревенский. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Демонтаж строения, обзор деревенских домов, которые продаются. Расчистка участков и вывоз мусора. Контактный номер телефона. Пойдем вовнутрь дома. Старое село. 42. Что мы имеем? Ну что, как видим, как обычно. Куча всяких ненужных вещей. Лестница. Электричество здесь есть. Печка. Сейчас, наверное, включить электричество, да? Сейчас включим. Ну вот, с электричеством повеселее. Последний раз здесь, наверное, проживали в 2020 году. Проходим, если мы направо сразу, то здесь получается зал. Зал, как видим, обои, потолок, балки, все обклеено. Шкаф. С мебелью, как видим, все надо. Так что дом продается за $3000. Торг, документы есть. Что еще? Либо сдается в аренду с последующим выкупом. То есть можете арендовать, попробовать жить в деревне, как у вас получится, не получится жить. С последующим выкупом, например, если у кого-то денег не хватает. Печка. Печку замазывать надо-то. Видите, попадало. Что там еще есть? Кладовка есть. А здесь свет включается. Это получается уже достроено. Это само дерево-то я вижу. Сюда крепко. Чердак, что там? Шифер был, рубероид, обрешетка. Лестницы нету, не полезу. Особо не светится там дырок, особо нет. Ну и все. Бочка кому можно на усадьбу надо. Слушай, хозяин тоже сказал, будет раздавать все это имущество. Он еще белый налив. Закаточки. Смотрите, яблочко еще стоит. Мои полинки. Полинка. Крышечки, видишь, какие? Вот это ценный продукт. Знаете, что это такое? Грибы. Это соус какой-то, видите? Ну, что-то не сильно много закаток, я вам скажу. Слабо, слабо. Сэма нету. Такой вот домик. Ну что, как говорится, спасибо этому дому. Бутля под вино, может, кому надо. Поедем мы к другому дому, да? Ну, тут веранда такая, выходишь, кирпичный потолок навесной, как мы видим. В одну кирпичину сложена, просто веранда. Пол, доска постелен. Да и все, в принципе. Диванчик, стулья, две стиралки имеется.
Холодильник, я знаю, есть. Я видел. Вот холодильник. Что вам еще показать? Не знаю, как вам тут еще что показать. Пишите в комментариях, что больше показывать, на что больше внимания уделять. Ну, акцент ставить. Так что продается дом за ненадобность. Участок 25 соток земли. Деревня Болочицы, Минская область, Слуцкий район. От города километров 20. 20 это, может, 15-20. Вот, автолавки ходят, магазин в деревне есть. Потом что еще есть? Церковь есть. И все, в принципе. Церковь отсюда даже, ну, я не вижу отсюда. Все, соседи вот здесь рядом. Граница где-то участка вот по эти деревья, наверное. Стоят, я понимаю. Ну, по забору, если понимать. Такой вот домик. Так что, дорогие друзья, как говорится, спасибо этому дому. Поедем мы к другому дому. Пишите, звоните, кому интересно. Что еще? Все, всего хорошего, до свидания.